На протяжении веков Россия нуждалась в сильной армии для обороны огромной территории и в рабочих руках для ее освоения. Основу войска составляло дворянство. Не имея возможности платить достаточное денежное жалование, государство наделяло дворян поместьями на прокормление. Для правильной обработки земли нужно было привязать к ней крестьянское население, в те времена немногочисленное и постоянно мигрировавшее в поисках лучшей доли.